Сделать завтра экспериментальный запуск прям тут. Так. Ну, у нас в палатке на всякий случай, да, это да. Самое. Ага. Поставить это все, на озеро лучше все направить. И это прям мы часа 2-3 точно будем долбить прямо. Здравствуйте, дорогие мои друзья, соратники, случайные и не случайные зрители. Создавая этот выпуск, буквально на всех этапах его производства, я постоянно ломал себе голову, как именно преподнести вам ту или иную информацию и что можно показывать, а что нет. Потому что это, наверное, тот самый случай, когда я не хочу ничего доказывать, и ни в чем вас убеждать, а уж тем более верить. Ну, во-первых, потому что я не церковь и не секта, и не нуждаюсь в верующих. А во-вторых, зачем верить в то, в чем можно лично убедиться? На своей странице ВКонтакте и в Телеграме, ссылки на все, как всегда, будут в описании, я опубликовал что-то вроде предварительного объявления с грандиозными планами, в которых вы можете лично поучаствовать в следующем году. И у тех, кто сможет принять участие в задуманной мной авантюре, масса вопросов отпадет как бы сама по себе. Ну а для того, чтобы вы поняли, по каким критериям я определяю, что можно показывать и о чем можно рассказывать, я хочу задать вам вопрос, который очень люблю задавать всем участникам моих экспедиций. А вот стал бы ты показывать вот это или рассказывать об этом? Ну и далее идут те или иные факты. И какой, как вы думаете, далее идет единогласный ответ? Конечно же, нет. Вот такие вот, братцы, у меня критерии отбора. Ну а перед тем, как приступить к своему повествованию, минутка спонсора. Это интернет-магазин ProShooter, где вы можете приобрести снаряжение и оборудование для стрелков, спортсменов, охотников, военнослужащих, представителей силовых структур и прочих владельцев оружия. И компанию-производителя, которая называется Expert Tex из Белоруссии, которая производит просто потрясающие спальные мешки и одежду для туристов, в чем лично мне уже удалось убедиться. На данный момент я ограничусь тем, что размещу ссылки на спонсоров в описании, дабы вы, мои дорогие зрители, могли ознакомиться с продукцией этих компаний, так сказать, ненавязчиво и самостоятельно. Но в последующих своих выпусках я планирую более подробно останавливаться на той или иной продукции, рассказывать о ней и показывать все ее преимущества и недостатки, если таковые я найду. Рекомендательные обзоры буду делать не только я, но и мои соратники, дабы у вас, дорогие мои зрители, не возникало ощущения некой такой предвзятости, потому что от правильного и нужного снаряжения зависит не только комфортное ощущение в экспедициях, но и порой даже сама жизнь. Ну а я, с вашего позволения, пожалуй, начну. В этот раз дорога от Мурманска до Рыбачьего, вернее, до той точки на Рыбачьем, которую мы выбрали для проведения наших экспериментов, оказалась, ну, просто какой-то бесконечной. Но сами посудите, каких-то 100 километров мы ехали 18 часов,
и не доехали. Нет, ну поначалу мы двигались довольно бодро. И даже не заметили, как проскочили хребет Муста-Тунтери и доехали до Большого Озерка. Да что там говорить, мы даже по Зубовскому тракту двигались достаточно бодро. Местные старожилы, особенно те, кто побывал на этом месте буквально за неделю до нас, в один голос утверждали, что нам нужно ехать по самой короткой дороге. Хотя мудрый Александр Павлович неоднократно предлагал поехать сразу в объезд. Если ехать в объезд, то расстояние по километражу, конечно же, гораздо больше. Но вот по скорости передвижения быстрее. Хотя тоже есть определенные нюансы. Но мы все же решили ехать напрямую. Вернее, ползти. Переваливаясь через камни, и ныряя в лужи. И вот уже, когда, казалось бы, осталось каких-то километров 20, мы увидели это. Буханка, которая проедет, казалось бы, везде, увязла по самое брюхо. И если бы не наше чудесное для экипажа буханки явление, которое опять для них же можно приравнять к чуду, то неизвестно, как сложилась бы судьба и экипажа буханки, и самой машины. Возможно, она бы осталась бы стоять там так, в виде красноречиво безмолвного памятника. Но мощи двух лазов хватило, чтобы вытащить этого бегемота из болота, целый и невредимый. А ведь это была самая мелкая из трех луж, которые нас ожидали впереди. И нам ничего не оставалось, как развернуться обратно и поехать в изначальную точку перекрестка.
на то самое место, где мы решали, как поехать напрямую или в обход. Но это же рыбачий, и сюрпризы на этом не заканчиваются. Ну вот, например, казалось бы, что тут сложного? Небольшой мостик, едь себе, не останавливаясь. Но только те, кто проехал этот мост без потерь, знают, что там под ним и какую цену будет иметь ошибка, если ошибиться буквально на 10 сантиметров влево или вправо. Для неискушенного зрителя, который никогда не сталкивался с таким явлением, как полярный день, хочу пояснить, что по часам на улице глухая ночь, где-то примерно около 2 часов. Ну а пока мы преодолеваем этот долгий, утомительный и временами очень опасный путь, я хотел бы поделиться с вами не только своими мыслями, но и ответить на ряд вопросов, без ответов на которые дальнейшее повествование будет выглядеть скомканным и непонятным. И начну, пожалуй, с самого сложного. Кто такие главрыба? Главрыба – это параллельная, сверхразвитая цивилизация, обитающая на нашей планете параллельно с человечеством с давних времен. Они не имеют ничего общего с рыбой и прочими млекопитающими, которые обитают на поверхности и в глубинах водоемов. С рыбами их связывает только то, что по многочисленным наблюдениям местом их базирования являются глубины морей и океанов. Хотя они прекрасно себя чувствуют и на поверхности планеты, о чем говорит какое-то, ну просто немыслимое количество свидетельств. В своем естественном виде они выглядят как материальное тело, заключенное в плазменную оболочку. Что за материальное тело скрывается под этой оболочкой, мне лично неизвестно. Да и современная наука, насколько я знаю, пока не может дать внятный ответ на этот вопрос. Либо я просто этого ответа не знаю. Главрыба имеет разную форму и размеры, начиная от нескольких сантиметров и заканчивая несколькими сотнями метров. И это опять же по известным мне наблюдениям. Помимо этого, главрыба может как соединяться в единое большое тело, так и распадаться на множество мелких. Скорость и направление их движения также не имеет аналогов, известных науке человечества. Хотя, возможно, я и ошибаюсь. Может быть, и известно, просто воплотить это в жизнь по каким-то причинам не получается. Зато современная наука научилась их классифицировать. И такие названия, как орбы, плазмоиды, НПО, НЛО, и вот появилось еще новое Skyfish, вы, наверное, слышали. Ну и в заключение этого краткого и дилетантского описания хочу отметить, что при соблюдении определенных условий главрыба охотно идет на контакт с человечеством.
явных признаков вмешательства в дела человечества и в его развитие главрыба не проявляет, за исключением тех случаев, когда человечество стоит на пороге не только уничтожения самого себя, но и планеты, то есть представляет угрозу непосредственно для главрыбы. Более развернуто о вмешательстве главрыбы в дела человеческой цивилизации я рассказываю в выпуске «Главрыба. Не первый контакт», ссылка на который будет в описании. Еще одно важное наблюдение, которое хотелось бы мне отметить, это то, что нельзя расценивать цивилизацию главрыбы с точки зрения человечества. Это все равно, что описывать человеческую цивилизацию с точки зрения курицы. Кстати, в связи с этим, я сейчас не о курицах, я о вмешательстве. Есть же еще более ранние примеры. Они, конечно, не настолько заметны, хотя вполне возможно, просто на эти факты никто не обращал внимания. Но вот лично для меня вопрос остается открытым. Ну вот, например, почему немцы не захватили рыбачий? Ведь все технические возможности и даже планы по этому поводу были. С одним из таких документов вы можете ознакомиться у меня на странице ВКонтакте. Я вам больше скажу, не применялось даже попыток его захвата. Что же касается его бомбардировок, а ведь нацисты могли стереть его с лица земли, так как имели буквально под боком целых 3 действующих постоянных аэродрома. Я не говорю уже о временных. Тут можно приводить разные доводы и аргументы, но меня лично этот вопрос заставил задуматься. Знала ли верхушка Рейха о существовании главрыбы? Ну а вы сами как думаете? Я же свои мысли по этому поводу обязательно озвучу несколько позже и в рубрике «Сказки дедушки-шамана». Я там просто себя более вольно чувствую. Хотя есть и более ранние примеры. Ну, например, что это за возня с Кигором? Свободная экономическая зона на этой территории, где запрещалось носить оружие и уж тем более его использовать. Причем, что самое забавное, из известных мною фактов, эти края переходили из рук в руки 27 раз. То есть постоянно кто-то пытался эту территорию захватить. И первое, что делал захватчик, объявлял эту территорию свободной экономической зоной Кигор, с запретом ношения оружия и уж тем более использования оного. Или давайте возьмем что-нибудь совсем простенькое. Скандинавский змей Йормунганд, доказательства существования которого по сей день полностью подтвердили советские подводники. Более того, они даже выяснили, куда он направляется и где именно он всплывает. И действительно, визуально это можно принять за гигантского змея. Огромное тело серебристого цвета светится и размером с электричку. И на радаре подводной лодки это выглядит именно как электричка. Контакт этот объект не вступает и ни на какие воздействия не реагирует. А в том месте, куда именно мы и направлялись, он замедляет скорость и, огибая банку, выныривает. Причем делает это весьма эффектно. Ну, как гигантский морской змей. Конечная станция следования змея-электрички находится относительно неподалеку. Где-то около Варангер-фьорда. Там он какое-то время находится, а потом следует обратно. А вот куда он потом движется, до сих пор остается загадкой. Ответ очень простой. Его просто невозможно догнать. Кстати, идею установления первого контакта мне также подкинули подводники в лице дедушки Хельга. Именно они придумали транслировать музыку разных стилей прямо из подводной лодки, вызвав тем самым неподдельный интерес к собственным персонам и даже получая ответные сигналы. Хотя до этого и были ответные реакции, но совсем другого содержания, предостерегающе враждебного. Двуногих в консервных банках к своим обителям они не подпускали на пушечный выстрел, либо просто игнорировали, хотя свое присутствие в том или ином месте всегда обозначали. Но каково было мое удивление, когда я случайно выяснил, что подводники далеко не первые, кто пытался установить контакт с главрыбой вот таким вот способом. Обратите внимание вот на эту картину.
И тут как раз тот самый случай, когда проще показать, нежели чем рассказать. Ибо картина говорит сама за себя. И что важно, инструменты подобраны очень правильно. К счастью, для того, чтобы установить свой собственный контакт, гусляры мне не понадобились. Но об этом, как и о многом другом, не менее интересном, я подробно расскажу вам в своем следующем выпуске. Просыпайтесь, дорогие мои зрители. Мы приехали.